Всем привет! Вы на канале Drops Easy, и сегодня продолжим рассматривать такой довольно интересный проект, как Iconic. Итак, в прошлой части мы узнали, что Iconic — это платформа, которая предоставляет нам возможность загружать наши игровые моменты какие-либо, потом преобразовать их в NFT, выставлять на продажу и также получать за это вознаграждение. Сегодня продолжим рассматривать. Итак, как это все происходит? Вы можете загружать изображение или видео для вашего NFT, выбрать шаблон, также отредактировать, обрезать, внести свои правки, чтобы просто опубликовать какой-то момент, и непосредственно сама чеканка своего NFT. Установите количество, описание и цену для чеканки. Iconic транслирует ваши лучшие клипы прямо вашим поклонникам. Давайте немножко рассмотрим, как примерно это все выглядит. Вот такую можно создавать подобную NFT, которую в последующем можно будет продать. Получать гонорар за свою NFT, получать вознаграждение за то, что вы создали это NFT для фанатов. Также делать ставки, чтобы получить эксклюзивный доступ, скидки и другие привилегии, и получить доступ к популярным пакетам самого NFT. На сайте опубликованы члены команды, кто занимается данной разработкой. Директор компании, главный инженер, директор по партнерству, по маркетингу и консультативная группа. Давайте немного рассмотрим дорожную карту. Какие будущие планы, когда что будет запускаться. Как мы видим, в феврале был набор команды и первоначальный дизайн архитектуры и функциональности платформы. Выпущена первая альфа-версия для разработчиков. Начато первоначальное тестирование, выпущена бета-версия. В мае планируется начаться разработка самого смарт-контракта. В июле Альфа-блокчейн выпустит начальное тестирование и будет произведен ребрендинг. В августе запуск самого сайта. Самого сайта iconic.dg. То есть в августе 2021 года. Это все уже было завершено. Не обратил внимания поначалу. Теперь первый квартал 2022 года планируется встроенная поддержка токенов и таких как USDT, в Ethereum, Polygon и Binance. Поддержка токенов Iconic и в Binance токен. Во втором квартале 2022 года планируется генерация токенов TGE Iconic, запуск непосредственно самой платформы, геймификация среды Iconic для улучшенного UX, значки, NFT и статус, также таблица лидеров, начало разработки метавселенной, галерея зала славы, киберспорта, живой киберспорт, игры, электронная коммерция и продажа недвижимости. Довольно большие планы на второй квартал, посмотрим, как это все будет осуществляться. В третьем квартале планируется наведение мостов через сети RC BCT и BCT Polygon. Исследование передачи активов между цепочками и уровнями, пакетный майнинг, аукцион, сделка, предложение, аналитика, история транзакций и производительности NFT. Приходите на сайт, здесь дорожная карта распланирована вплоть до четвертого квартала 2023 года. Ознакомьтесь, когда что будет. И если вы хотите связаться с компанией, то можете оставить свою заявку или вступить в Telegram и задать свой вопрос. На сайте опубликован white paper, то есть краткий обзор технический, и все социальные сети официальные, Telegram, Twitter и остальные. На этом обзор закончен, подписывайтесь на мой канал. Если какие-то вопросы остались, спрашивайте в комментариях, обязательно вам отвечу. Всем спасибо за внимание, всем пока!